Так, 22 марта, 14 год, Харьков. Ветер стих. Стих ветер. Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. В общем, ветер не ветер, что услышите, то услышите. 22 марта, 14 год. Суббота, и у нас возле Харьковской областной государственной администрации кордон милиции. Возле памятника Шевченко сегодня ничего не будет, по крайней мере, ничего не намечается. Возле памятника Ленину, это, по-моему, сила сейчас такая появилась, как Бородюба, не ручаюсь, подойду ближе, узнаю, но вроде она как бы левой направленности, по-моему, так, не ручаюсь, но не столько, я вам даже про российских флагов не вижу, вижу украинские. Вижу георгиевские ленточки. Ну, сейчас ближе подойдем, разберемся. Так, для тех, кто по каким-то причинам отсутствовал последнее время на планете Земля или только из комы, сообщаю, что вчера Владимир Путин подписал, в общем, окончательный уже документ о том, что Крым становится частью Российской Федерации. Да, ну, в общем, Украина объявляет это аннексией, незаконным захватом и присоединением территории. Последний раз аннексия была при товарище фюрере Гитлере. В общем, завтра тут будут собираться возле памятника Шевченко про силы против войны, против... За единую Украину. Вот так, по-моему, это звучит. Ну, сейчас посмотрим, что здесь поближе подойдет.